сыр и вино джаз представляют мои любимые девушки. Блогер блогеру, друг, товарищ и брат. Ты тоже снимаешь? Пока нет. Ну вот я думаю, что очень много людей. Видите, вот здесь вот мы пришли на дегустацию. Здесь вина, как вы видели, уже сыры различные. Очень много здесь компаний представляют. Но вот я бы хотела, чтобы мне что-нибудь на камеру сказали, да? Но у меня никак не получается. Не знаю. Девочки, а кто-нибудь нас на камеру угостит сыром вкусным? Пожалуйста, угощайтесь. А вот что-нибудь рассказать. А вот сусанинский я не вижу, попробовать. А вот этот? Это белпер. Сейчас мы подегустируем мой любимый сыр. Если девушки нам еще покажут что-нибудь. Ой, девушка, а вы мне дали, он какой-то очень с горчицей, я не люблю. А можно что-нибудь типа пармезана? Такое вот есть? Можно. И еще, если бы что-то еще порекламировали мне на мой блогерский канал. Не бывает? Хорошо, а козе без добавки. А вот это, которая цветная? Цветная вишенка, одинока и клюква. Настой. То есть они тоже все 40 градусов, да? 35-30. Ну, попробуем. Мы продолжаем пробовать сыр. И бри, и пармезан. Спасибо, да. Вот видите, такие цены, да? Здесь любой сыр стоит от 2000. Он вкусный, конечно, но... Цены. Вот сегодня уже мы ходим здесь порядка часа. Посмотрите, это выставка дегустации вин и сыров донской продукции. Она все еще продолжается и будет до 7 часов вечера. И посмотрите, людей все прибывает и прибывает. И вообще довольно интересно. Ну, я, конечно, уже напробовалась сухих вин. Сухих и мокрых вин. Мы идем уже в третий зал. Посмотрите, как здесь много людей, как здесь много продукции. Ну, вы знаете, в общем-то, конечно, очень дорого. Вот я купила себе несколько сыров, но килограмм... 2000 рублей. А вот молодой человек нам сейчас какую-нибудь говядинку поп... Это говядинка, да? Колбасы копченые. Видите? И вообще, конечно, очень классно. Девочка какая? 0,7? 0,5. И она любая 40 градусов, да? 40 градусов. Вот видите, 300 рублей, 0,5. Вот. В конце концов, за прекрасный вечер и за этот хороший променад в Ростове-на-Дону, фестиваль «Сыр, вино, джаз», мы попробовали сыра, мы напробовали вина, а еще мы послушали джаз. И он еще будет до 7 часов, а уже 4, и мы сидим отвалившись, в общем-то, немножко даже и устали. Супер, 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 всех приглашаю.